в работе жюри – это оценить искренность и ту творческую смелость, ту уверенность и ту радость, которые дарят участники творческих коллективов всем зрителям, а дарят для того, чтобы пригласить еще раз на концертную программу, еще раз на фестивальную площадку и, конечно же, для занятий в свой любимый коллектив. Мы действительно сплотились за это время. Это было очень волнительно, но мы справились на все 100%. Феерия потрясающих эмоций, море творчества и много-много позитива и улыбок. Очень все много. Супер, все классно. Не забываем. Фестиваль бомба. В первую очередь спасибо огромное организаторам за то, что они создают такие масштабы, в которых мы можем друг с другом пообщаться, найти новые знакомства, круто провести время и показать то, чем мы живем. И, конечно же, победой довольны. Мне понравилось. Это, опять же, интересный опыт, который в дальнейшем... Для меня это сегодня было как опыт. Я не могу оценить, что это лучшее мое выступление, потому что лучше тогда прям, ну, вот расслаблюсь. Но сегодня было какое-то чуть-чуть, наверное, какая-то скованность.